Как найти свой индивидуальный стиль, учитывая образ жизни и особенности фигуры? На этот вопрос химчане получили ответ на мастер-классе от модельера. Провела его Вера Горчакова. Многолетний опыт в индустрии моды помогает ей замечать все тонкости и нюансы в создании образа. Но главное – понять тип фигуры и найти золотую середину. У фигуры с нормальными пропорциями, ну, средними пропорциями, линия середины проходит чуть-чуть выше зоны паха. Соответственно, наглядно видно, что у фигуры с более короткими конечностями относительно торса эта линия проходит чуть выше, еще выше, а у фигуры с длинными конечностями она проходит ниже. Мастер-классы в Химках проходят регулярно. Подробную информацию о дате и времени можно найти на страницах газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте eventadmhimki.ru.